Всем привет из Рима, и сегодня наше видео будет только о еде, поэтому голодным лучше не смотреть. Конечно же, Италия – это не только искусство, море, солнце, архитектура, мода, дизайн. Это, конечно же, вкусная еда. В этом видео я покажу, как выглядят римские блюда из тех, которые заказываем мы и которые, конечно же, стоит попробовать. Взяли карбонару, посмотрите, какие классные тарелки. Это фельтинбока ла романа, но я взяла, чтобы показать вам это римское блюдо. Я, конечно, не переключу итальянцев никогда в жизни. Вот, нам оформили. А еще я хочу вам показать сосикая. Giorgio, quanto costa questa sassicaia? Cosa pensi? Può costare oltre le 100 euro. Più di 100 euro. И хочу сказать, что еда для итальянцев – это как повод. Повод встретиться, пригласить друг друга на ужин, на аперитивы, на обед и пообщаться. Потому что все-таки самое главное – это не еда, это общение. И хочу обратить ваше внимание на то, что многие тротории, таверны, рестораны в центре Рима, где есть очередь, это, конечно же, очень туристические места. И там вы никогда не встретите местных жителей. Un'altra birretta, un altro paio di birre? Sì. Come si chiama? Abbacchio. Abbacchio. Barascio. Мы разделили с Карлой. И когда мы гуляем и видим какую-то очередь, мы, конечно же, понимаем, что это либо какое-то инстаграмное место, или оно очень разрекламированное. Но однозначно местный житель в это место никогда не пойдет. Потому что если есть очередь, это означает, что быстро люди едят и уходят. Это не в итальянских традициях. Это значит, что это очень туристическое место, потому что итальянцы, они любят есть очень медленно, не спеша, они разговаривают. Это не повод пойти на ужин, это не повод поесть, это повод пообщаться. Карла взяла фетучини. Buonasera, ciao. Un piatto te. Arriva Patrizia con i piatti, scusa. Una forchetta. E voilà ragazzuoli, buon appetito. Grazie. Конечно, без итальянского капучино мы никуда. Due pezzi di bruschetta al pomodoro. Questa è, queste sono delle crocchette di patate. Questo è un supplì. Questo è un fiore di zucca. Queste sono olive ascolane. Tutto buonissimo questo. Мы с Карлой заказали скалопины альвино, такое вот мясо, и фирменный салат балестрари. Очень вкусный, мы его любим. И по маленькой брускетке.
Via i salti in bocca. Ok. Пицца баскайола, значит, здесь есть сальсичи, фунги, грибы, сальсичи, то есть вот такая вот. У меня сальтимбока. Мы присели взять аперитиво. Это площадь Ларго Торди Аргентина. Так, сейчас я покажу, какие тут у нас есть дринки. 6 евро. Посмотрим, что принесут на 6 евро. Пататина. Козетины. Кампари. Кампари. Гиаччо. Гиаччо. Pazza, cosa sarà quello lì? Ah, è palline. Grazie. Questo si chiama taglieri, questo è salumi e sera. La spécialité maison. Moi, pour le match, j'ai surtout les trois. Букатини алла матричана. Выглядит вот так. Смотрите, какая огромная порция. Для тех, кто на диете, можно взять страчети кон руккола. Равиоли, рикотта и шпинат, очень вкусный, мы их любим здесь. Так, и у меня ростбиф, он с очень вкусным соусом. Конечно, с бокалом красным.
Колбаски с фасолью. Так подают, как суп. И у меня особо с горошком. È bufala. Sì, io preferisco la caprese con bufala. Io vado al bagno. Se riesci a curare? Sì. Sì. Auguri a tutti, principalmente a Paola che oggi ci... Ah, i pomodori secchi. Paola. No, loro mangiano. No, 4. Loro marinate. Si fa anche quello che dice. Lì mi piace quella chiesa, quella. San Cosma e Damiano. Dentro, è bellissimo. Il chiostro. Grazie. Ma un po' male conservata. Grazie. Anche quella лазанья. Дома мышки в пляс, и Карла меня пригласила на аперитиво Жан Фордай. Чао! Sì, sì.